Доброго времени суток, сегодня с вами я, Валера, и хотел бы вам показать скрытую комнату на карте French в колоте Black Ops 3. Чтобы туда запрыгнуть, вы должны перепрыгнуть один забор, запрыгнуть на доску и сделать это все быстро, иначе вы погибнете из-за того, что вы покинули карту. Ну что ж, когда вы забрались сюда, вы можете открывать огонь прямо из этой вентиляции, и самое главное, вас никто не увидит. Вы сможете набирать по 10 убийств за одну жизнь, потому что очень тяжело заметить. Ну а вторая вентиляция сделана для того, чтобы смотреть на другую часть карты, на которой нет игроков. Сама эта постройка очень плотная, надежная, гранату, думаю, сюда не закинет, и можно здесь спрятаться. Ну что ж, посмотрите, как это используется в бою.